Принтер полностью работоспособный, простоял год с лишним, больше, наверное, без включения, ну, года полтора, если честно, не включался, ничего не делалось. Вот остались родные картриджи какие, одного не хватает картриджа. Голубого. Да. Голубого. Светло-голубого не хватает. Голубой есть, светло-голубого не хватает. Головка засохла. На фото все есть. Засохла. Лежала в пакетике в целлофановом. Это родные картриджи. Ну, засохли. Головка неработоспособна. Все. Сам принтер вообще, можно сказать, не работал. Ну, максимум 500 фотографий. Там А4 формата, грубо. 500-700. Вот, включаем. Головка на месте, выходит. Все, встало. Тут все. Все, все работает. Все есть. То, что на фотографии, это все, что идет, все, что осталось, то, что могли найти. Так как принтер, конечно, не для дома, для профессионалов, как бы. О, головка улетела. Ага. Ладно, выключаем, проверяем, как становится на парковку. Все, запарковалась. Все, лампочка погасла на парковке. Ну вот, в мастерской сказали, все отлично работает. Купите новую головку и дальше херачьте. Новая головка, конечно, дорогая, никто не спорит. Принтер в отличном рабочем состоянии. То есть ресурс минимальный. Спасибо.